Вы на канале Детский мир. В этом видео загадки про насекомых. Надевает эта крошка платье красное в горошек и летать умеет ловко. Это божья коровка. Вдруг зажегся на травинке настоящий огонек. Это с лампочкой на спинке сел на травку светлячок. Хоть имеет много ножек, все равно бежать не может. Вдоль по листику ползет, бедный листик весь грызет. Догадались, кто это? Гусеница. Я летаю, я порхаю, на цветок похожа. Я красивая такая, милая, пригожая. Это бабочка. Над цветком она жужжит, кулью быстро так летит. Мед свой соты отдала, как зовут ее? Пчела. Над цветами вертолет совершает свой полет. Лопастями из слюды размахался у воды. Полушария глаза вертолетик. Стрекоза. Не птица, а летает. С хоботом, а не слон. Никто не приручает, а на нас сама садится. Муха. На лужайке все стрекочет, часто прыгая хлопочет. Цветом он как огуречек, как зовут его? Кустечек. На цветок жужжа садится, чтоб нектаром насладиться. Он мохнатенький, как ель, на пчелу похожий? Шмель. Красно-бурый, жесткокрылый, хоть вредитель, с виду милый. Начиная майский лед, он грудит, как самолет. Это майский жук. Самого не видно, а песню слышно. Летит, пищит, случай не упустит, сядет и укусит. Комар. Тащит он соломинку к маленькому домику. Всех букашек он сильней, наш трудяга – муравей. Злюка вредная, крылата, в желтом платье полосатом, жалит больно телеса. Как зовут ее? Оса. На самом деле вовсе не милашка, с видом кающегося грешника букашка. Богомол. Рыжий, да не конь, рогат, да не баран. Дома его не любят и на базаре не купят. Это таракан. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. До новых встреч, друзья!